Ну что, господа, вот и не стало товарища полковника Рогозина, с которым мы были настоящих несколько лет. Настоящих несколько лет. Но вы сами должны понимать, что в криминальном мире, во всей этой криминальной истории всегда один конец, как бы мы этого не хотели. И именно поэтому сейчас мы вновь видим уход одного из наших близких людей. Кто-то, конечно, недоволен этим, но а что поделать? Что поделать? Потихонечку, ну люди уходят. И товарищ Рогозин, он отдал свою жизнь не просто так. Он служил России, служил этой стране и, к сожалению, был убит при неудачных обстоятельствах. Пришли заместители различных структур, которые, естественно, тоже очень горюют по этому поводу, потому что его знали многие, как хорошего человека, именно с хорошей стороны. И я думаю, друзья, для того, чтобы поддержать его, обязательно, пожалуйста, поставьте свечку, да, в виде лайка, разумеется, эта свечка. Посмотрим, сколько тех, кто помнит полковника и кто будет, самое главное, помнить этого товарища полковника Рогозина. Но учитывая то, что мы вообще творим в криминальном мире, я думаю, что это не такие уж и большие траты. Да, у нас был Скряба, да, у нас был Домкрат, да, у нас был Донган, но это даже не десяток человек. Вы должны также это понимать. И все основные лица в любом случае с нами. Приходят новые люди, которые становятся близкими, понимаете? В итоге все равно рано или поздно приходится встречаться с подобным. К сожалению, люди уходят, и на этот раз ушел товарищ полковник Рогозин. Все, люди разъезжаются по домам. Прошла, друзья, огромная церемония, на самом деле. Несколько часов шла эта церемония с прощанием с товарищем полковником Рогозиным, потому что он был человек не последний, вы сами понимаете, да, который, еще раз говорю, очень много времени ожидал этой структуре. Я, честно говоря, даже я не хочу уходить отсюда. Пусть Рогозин пока спит, а я просто прогуляюсь здесь, подышу, так скажем, чистым воздухом. Вспомню, так сказать, истории, которые происходили с полковником Рогозиным, а вы сами должны понимать, друзья, этих историй было, ну, по правде, очень много. Этих историй очень много. Сидеть и просто серьезно? Владимир Владимирович, откуда ты здесь взялся? Неужели узнал все? Алло, товарищ президент, здравствуйте. Здравствуйте, полковник Гриб. Я в курсе ситуации по поводу полковника Рогозина. Я знаю, вы прослужили с ним столько лет. Он для вас наверняка стал уже близким человеком. Поэтому примите мои соболезнования. Это да, да, спасибо большое, спасибо. Вы меня должны понять, но в связи с обстоятельствами вынужден был принять решение полностью расформировать ваш отдел полиции и назначить на должность начальника отдела. Что? Меня на должность начальника? Успокойтесь, это не вы, вам еще туда рано, не заслужили. Значит, назначить на должность начальника генерала Нуркина. Ага, понял. С минуты на минуту Виктор Нуркин уже прибудет в аэропорт. Прошу встретить его, проводить до отдела и показать все. Понял, понял, товарищ президент. А послушайте, расформировка, как же я в таком случае? Вы остаетесь на своей прежней должности и будете под руководством генерала Нуркина. Надеюсь на хорошую службу. Так точно, понял. Все, генерал мне после доложит все по прибытию, поэтому сделайте все красиво и не опаздывайте. До свидания. Понял, до свидания. Так, Рогозин, Рогозин, ты, пожалуйста, прости меня, вынужден сказать, что у меня дела, но я обязательно, друзья, обязательно будем приходить Рогозина товарища вспоминать. Начальник, новый начальник, он сказал, Виктор Норкин, расформировка. Видите, про ситуацию известно было, потому что он держал, Рогозин держал всю полицию, друзья. Рогозин держал все ППС. В итоге, к сожалению, был ликвидирован, и сейчас расформировка ППС, и на должность приходит новый, я так понимаю, вообще откуда-то из Москвы, начальник ППС. Интересно, конечно, друзья, узнать, что за человек, прямо сейчас он тем более будет, поэтому летим в аэропорт, более того, я даже сделаю, сам президент все-таки попросил, да, побыстрее, не опаздывать, поэтому включаем мигалочки, друзья, и несемся скорее товарищу генералу Норкину. Президент тоже, блин, молодец. Мог бы сказать конкретное хотя бы время. Он просто сказал, с минуты на минуту будет товарищ генерал в аэропорту.
его самолетик прилетит. Хорошо, встретим. И вы должны, друзья, понимать, опять же, да? Нам нужно встретить товарища генерала. Первое впечатление, я думаю, что оно главное. Именно поэтому мы постараемся, ну, себя вести соответствующим образом, да, вежливо себя вести с товарищем генералом. Он, опять же, прилетит уставший, вы должны это понять. Он прилетит, возможно, даже голодный. В общем, друзья, я сейчас постараюсь встретить генерала, чтобы в будущем, да, он понял, кто его встретил. Вот прям, знаете, как друга. Просто как друга. Не будем вот эти вот всякие вот лишние темы в плане субординации и так далее. Это ничего не нужно. Нам сейчас нужно, наоборот, показать дружеское приветствие, что я вот товарищ полковник, я же не какой-то рядовой там, да? Я товарищ полковник, который готов вместе с ним служить в будущем, да, и может он со мной общаться как с другом. Так, где он выйдет? Наверное, здесь, да, у нас выход, там вход получается. Остановимся здесь, а успеем или нет? Ну, по крайней мере, я сейчас не вижу здесь никого. Никакого товарища генерала. Ладно. Надеюсь, что у меня есть хотя бы... О, цветы! Блин, я должен был их на гроб Рогозину положить. Ладно, подарю. Подарю товарищу генералу, так и быть. Где-то здесь я видел закусочную. Надеюсь, успею. Потому что будет некрасиво, если действительно я его не встречу. Сейчас быстренько, друзья, для него купим, потому что он уставший, голодный. А, это у нас есть... О, отлично, гриль прямо у аэропорта. Хорошо, хорошо, далеко бежать не надо. Купим здесь что-нибудь вкусненькое для него. Блин, я думаю, он очень будет доволен на самом деле. Очень доволен. Королевский обед. Так и быть, 2500 придется, конечно, потратить. Но главное, чтобы товарищ генерал был доволен. Товарищ генерал из Москвы. Я думаю, что мы его будем ждать. Не только будет его машина ждать водитель, но еще и горячий обед. Главное, чтобы он не успел остыть. Чтобы товарищ генерал как можно скорее прибыл. Сейчас мы ему этот обед, друзья, поставим. И будем ждать, пока он... сюда выйдет, прилетит к нам. Так, поставим как-нибудь вот так. Я очень надеюсь, что на запах не сбегутся бомжи. Так, хорошо, цветы есть. Тоже для него, блин, это, мне кажется, лучшая встреча. Слышу самолет, друзья. Слышу, смотри, походу приехал. А я его тут как тут. Так, быстренько, давайте, красиво облокотимся. И вот и все. Просто, ну, посмотрите. Ну, невероятная встреча. Вот этот генерал заслужил. Вот этот заслужил. На место Рогозина причем приезжает. Вот так вот, господа. Все, ждем товарища генерала в таком случае. И багаж, я надеюсь, он свой получит уже в ускоренном темпе. Так, что-то не нравится мне этот чел. Главное, чтобы не похитил поднос с едой, разумеется. Потому что это... О-о-о! Посмотрите, кто идет. Посмотрите, кто идет. Товарищ генерал. Вот он. Товарищ генерал, блин, вот первое впечатление очень плохое на самом деле. Да, гуляют всякие пьяные непонятные. Проходите, пожалуйста, товарищ генерал, проходите. Я вас жду. Ё-моё. Блин, немножко страшно аж стало. Сам товарищ генерал из Москвы. Ну что? Привет. Я тут приготовил цветочки. Приготовил подносик. Смирно! В смысле смирно? Есть. Смирно. Попар лежа принять! 10 отжиманий! Какие 10 отжиманий? Товарищ генерал, ну вы серьезно, что ли? Ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Послушайте, я вообще-то, ладно, во-первых, здравия желаю, товарищ генерал, здравия желаю. Я что-то действительно, друзья, но все-таки генерал в конце концов, поэтому давайте-ка... Знаешь, почему ты сейчас отжимался? Так точно, товарищ генерал, я понял почему. Я просто хотел по-дружески, так, цветы нахрен. Я просто хотел по-дружески, сами понимаете. Я тут еды купил, виноват, конечно. Это служба, я попрошу соблюдать субординацию. Понял, товарищ генерал, понял, виноват. Какая еще еда? Я не питаюсь в забулдыжных харчевнях. Едем. Так точно. Так, проходите, пожалуйста. Товарищ генерал, давайте для вас даже дверку открою. Пожалуйста, присаживайтесь. Чемоданы, все грузите в машину. Все в машину грузите, пожалуйста. Присаживайтесь. Да, взаимно. Спасибо. Так, а еду? Еду будете? Я, конечно, извиняюсь, но она стынет, если что. Блин, ну товарищ генерал, а? Я не питаюсь едой с помойки. Серьезно, какая помойка? Так, на, поешь. Держи, это тебе. Товарищ генерал не стал есть. Скажи спасибо, ты сейчас ешь генеральскую еду, я тебе скажу. Вот так вот. Ладно. Товарищ генерал, еще раз
Еще раз виноват. Блин, плохое впечатление на самом деле оставил. Еще раз виноват, товарищ генерал. Я приношу извинения. Мы сейчас с вами быстренько доберемся. Давайте, наверное, даже специально для товарища генерала включим мигалочку, разумеется, да? Я думаю, она нам пригодится. Молча едем. Понял. Понял, товарищ генерал. Молча так молча. Блин, это, друзья, попадос на самом деле. Вот чего я не хотел. Подобного генерала. Смирно, 10 отжиманий. На самом деле генерал не в духе. Может быть, он просто не в духе, я не знаю. Но, по-моему, он немножко... Ой, смотрит на меня. По-моему, он немножко чем-то недоволен. Ни хрена себе, у него шрам какой, а. Вот это да, слушайте, настоящий товарищ генерал. Причем, не молодой. Да, ну, понятное дело, все-таки генерал. Но... Да, блин, я чувствую, друзья, что сейчас служба будет совсем другая. Я так полагаю. Хватит вертеть головой. За дорогой следи, полковник. Ой, понял. Извиняюсь, виноват. Все, короче, давайте просто спокойно, молча довезем товарища генерала без происшествий. Да, там уже посмотрим. Покажем ему, как сказал президент, покажите ему все, что есть. Покажем ему кабинет, покажем. Слушайте, но мне не нравится такое отношение, реально. Я думал, что он тоже по-дружески скажет: да, привет, поехали. Как ты здесь вообще? Я понимаю, там, что ты лишился полковника. Я друга лишился, он так со мной разговаривает. Ну что, это нормально, что ли? Я понимаю, что служба службой. Да, он говорит субординацию, там еще что-то. В какой-то степени я согласен. В какой-то степени так и есть. Но хотя бы чуть-чуть повежливее, чуть-чуть поспокойнее. А может быть, товарищ генерал злой, поскольку у него нет настроения, да, после перелета. Но вы должны понимать, что если он реально такой злой, то служба у нас с этим товарищем генералом начнется, ну, очень тяжелая и очень строгая. И я уверен, друзья, я долго не протяну. С товарищем Рогозиным я мог себя вести как угодно. А здесь приезжает какой-то из Москвы генерал Норкин, да, который начинает наводить здесь самые настоящие порядки. И мне, конечно, это не нравится, поскольку, можно сказать, в мой монастырь, да, с чужим уставом. Но, опять же, это генерал, и он здесь командует, в конце концов. Все, товарищ генерал, мы прибыли. Пожалуйста, прошу вас, проходите. Проходите, я вам сейчас все покажу, как есть, с чемоданами, с рюкзаками. Смотрите, ничего себе экипировочка. Проходите, пожалуйста, проходите, товарищ генерал. Прошу вас, проходите, сейчас вам все расскажу. Все объясню, что здесь есть. Кстати говоря, у нас, ну, сделали ремонт относительно недавно, да, поэтому я думаю, что он будет доволен. Вот так вот, пожалуйста, все выглядит. Давайте я вам сейчас все покажу, провожу вас. Отставить! Так как отставить? Это приказ был президента. Мне президент рекомендовал вам все показать. Ты меня за инвалида принимаешь? Никак нет. Я вас не хочу оскорбить, товарищ генерал. Я сам все найду. Ваша задача — показать мой кабинет. И только. Как скажете. Выполнять. Есть. Давайте. Давайте за мной в таком случае. Блин, мне вообще не нравится этот генерал. Кабинет? Я могу показать кабинет? Мина уволят. Так быстро? В смысле? Почему на генерале мина? Какая мина? Это... Ты че? Это не мина. Серьезно? Разглядел мину на генерале? Ё-моё, просто уволен. За секунду буквально уволен. Блин, он серьезно? Он только что его уволил. Пошел вон. Обалдеть! Какого хрена? Ребят, уходите отсюда. Лучше идите. Лучше идите быстрее с глаз долой. Быстрее, вы не видите, кто пришел. Слушайте, сейчас вообще даже лишнего слова не скажешь. Да пойдемте, товарищ генерал. Пост. Товарищ генерал, ну какой здесь пост может быть? О чем вы говорите? Блин, товарищ генерал, пожалуйста. Уволен. Да вы че? Вы че, серьезно, что ли? Второго человека уже вы зайти не успели. Сорвал погон. Да какого черта вы че? Товарищ генерал, так я лучше молчать буду. Пройдемте. Все разбежались сразу. Просто все разбежались. Пройдемте, пожалуйста. Свободен. Так, сейчас. Я покажу. Я покажу. Пойдемте. Блин, я хотел ему... Слушайте, подождите, но он же не знает, правильно? Он же не знает, вы сами должны понимать, друзья, давайте ему присвоим новый кабинет. Просто такой злой козел, раз такой, да, еще увольняет всех подряд. Я думаю, что стоит ему здесь... Я шкаф поставлю, пофигу. Блин, лучше иди отсюда. Вот ваш кабинет, пожалуйста, товарищ генерал. Вот ваш кабинет. Устраивайтесь, так сказать, поудобнее. Компьютер я принесу.
И шкаф я принесу. Я лучше, блин, тот кабинет себе заберу. Потому что, ну, это несерьезно такого человека ставить в такой роскошный кабинет. Выйди, пожалуйста, выйди. Тут генерал приехал, ты не понимаешь, что ли? Из всех, он начал валять всех подряд, если ты не заметил. Если это шутка, то советую об этом предупредить. Иначе полетят чьи-то погоны. Я... Блин! Еще и сам... Ладно, ладно, виноват. Виноват, товарищ генерал. Это шутка. Это шутка, да. Я просто хотел, так сказать, ну, вы с дороги и так далее. Надо же как-то немного разгрузиться. Опор лежа, 10 отжиманий. Да блин, ну серьезно, что ли? Опять 10 отжиманий. Только, пожалуйста, ну хотя бы просто не увольняйте. Раз. 10, господи, как унизительно. Все, отжимания выполнил. Еще одна подобная выходка. И будете уволены, полковник. Есть. Я понял вас. Я понял. Пройдемте, пожалуйста, как приняли. Так точно, принял. Принял, я вас услышал. Пройдемте, пожалуйста, в ваш кабинет. Все, шутки в сторону, друзья. Уже... Ты что, дурак, что ли? Он подслушивал. Ты зачем у двери стоял? Ты зачем? Подслушивал. Уволен. Серьезно, блин? Ты зачем подслушивал? Тебе нельзя было этого делать. Все? Уволен еще один. Третий уже. Стоять на месте. Блин, лучше остановись, слышишь? Остановись, слушай, может еще... Может, еще повезет тебе. Товарищ генерал, пойдемте. Все, ну он на панике. Товарищ генерал, вон туда пошел. Вон туда пошел. Все, он побежал дальше. Вон он сюда побежал. Быстрее, с чемоданом. Давай за ним быстрее. Он в ваш кабинет зашел. Он у вас в кабинете. Он тут, в своем. Господи, что с ним не так? Он в кабинете вашем. Во, 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 все, он здесь. Пожалуйста, прошу. Проходите, пожалуйста. Проходите. Это ваш кабинет. Вот он. Думаю, здесь, ну, здесь уже без шуток. То есть, сами посмотрите. И герб, и вот он телевизор, и водичка здесь, и кондиционер, и сейф. Все для вас, товарищ генерал. Пожалуйста. Пожалуйста. Нож, ни хрена себе. Я только сейчас заметил, друзья. Насколько у него огромный нож на нем. Обалдеть. Это не нож, это кинжал какой-то. Выйдите, пожалуйста. Сейчас немного занято. Это что за Макдональдс? Это, ну, видимо, гражданский какой-то. Пожалуйста, покиньте помещение, покиньте кабинет, вас позовут. Обустраивайтесь тогда, товарищ генерал, не буду вам мешать. Разрешите идти, товарищ генерал? Я вас провел, все, вы сказали, что вам не нужно ничего показывать, вы сами действительно, пожалуйста, сами все посмотрите, сами все решите, это теперь ваши апартаменты, в конце концов. Я уж рисковать не хочу, я даже в глаза, честно говоря, видеть не хочу. Так, насчет набора, с новобранцами вопрос понятен, проведем собеседование вместе. Так точно, так точно. Блин, дурак, что ли, ты что зашел, сейчас уволен будешь? Блин, надеюсь, он не успел его разглядеть. Но перед этим должен решить одно дело. Так, слушаю вас, пожалуйста. Ты что, дурак, что ли, зачем дверь открыл? Он сейчас уволит. Дайте угадаю, принести покушать. Дело касается полковника Рогозина. Так, полковника Рогозина — это другое дело. Слушаю вас внимательно теперь. Весь во внимание, товарищ генерал. Экспертиза показала, что на теле нападавшего нашли множество ран. От пуль более сотни. Да, я старался спасти полковника. Именно поэтому, можно сказать, изрешетил его. Вот и все. Хотите сказать, в него стреляли с 10 автоматов? Ну, выпустил я в него несколько обоим. Действительно, согласен, может быть, неправильно. Разные патроны, разное оружие. Это все вы? Найдены гильзы с обреза, автомата, пистолета. Посмотрите на этого человека. Поздравьте. Эй, кто обстрел ведет? Черт! Кто стреляет? Рогозин! Блин, это он стреляет! У меня нету пистолета! Вы что делаете? Что за перестрелка? Вы что творите? Рогозин! Блин! Черт, начинается! Экспертиза! Вы меня за придурка держите! Рассказывайте все, как было, по правде! Блин, вы серьезно хотите знать? Черт! Но он расколол сразу. Я жду! Ладно. Хорошо. Если говорить вкратце, то там замешана целая группировка. И этот человек, он в ней состоял и убил полковника. И эта группировка его наказала. Нельзя было убивать полицейского. У них так не принято. Сегодня же жду рапорт у себя на столе по поводу происходящего. Так точно. Так точно. Понял вас, товарищ генерал. Мне придется ему рассказать про группировку Доминика Торетто. Про гоночную эту группировку. Потому что она не просто ездит на машинках. У них есть оружие, она совершает преступление. Я не потерплю всякие шайки в своем городе. Серьезно? Вы тут 5 минут и уже называете это своим городом? Нет, я понимаю, что ему придется здесь, конечно, работать и служить. Так точно, понял, понял. Отныне я здесь власть.
Ни один преступник не будет разгуливать по моему городу. Так точно. Так точно. Понял. Тогда я могу идти? Чтобы все были пойманы. Понял. Вы свободны, полковник. Фух. Это, друзья, было, честно говоря, даже немного... Господи! Что такое? Товарищ генерал, зачем вы так делаете, ё-моё? Чтобы к окончанию рабочего дня рапорт был на столе. Понял, товарищ генерал. Блин, какой же он жестокий. Парни, лучше идите. Вообще туда даже не суйтесь туда, понятно? Ладно, друзья, будем в таком случае писать рапорт. И при этом, конечно, не хотелось, но придется осваивать новую службу. Не уверен, что я здесь много продержусь. Но будем стараться, видно, что человек честный, человек очень грозный, который, в свою очередь, никакой халатности не потерпит и будет увольнять вот так просто по щелчку. Вот он, настоящий генерал полиции. А вам, друзья, если этот ролик понравился, обязательно поддержите его лайком. Также не забывайте, что все эти события происходят на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы еще не здесь, приходите обязательно. Не забывайте вводить команду MN, чтобы полностью ознакомиться с игрой. И про 11 пункт не забывайте в промокод вписывайте MaxD большими буквами. И по достижению 4 уровня получайте от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.